Место самое сочное, которое всегда привлекало мое внимание. Дело в том, что здесь, в начале бульвара Сиреневый, в свое время располагалась первая и единственная в свое время контора по продажам скутеров. Сейчас скутеров везде и всюду, но концентрация жителей здесь, в южной части Орджоникидзевского района, просто призывала открыть новый центр. Причем открыть новый дешевый центр. Какой вы думаете? Так вот, это Shell-центр. Пункт по экспресс-замене масла Shell-овского. Но не тот Shell-центр, который мы рекламировали раньше, а теперь другой, с реальными дешевыми ценами. Магнитогорск постепенно автомобилизируется, то есть становится автомобильным городом. Если дороги становятся шире за счет транспортного налога силами Южно-Урал-Автобана, а никак не партии, уважаемый лидер кои в ней никак не состоит, то автомобильная инфраструктура, в смысле сервисов качественных, чистых и доступных, развивается исключительно силами уважаемой магнитогорской фирмы. Эти сервисы небольшие, не тысячи квадратных метров, но могут справиться с большими задачами. К примеру, экспресс-замена масла и шиномонтаж. Нас можно поздравить, мы открыли новый Shell-центр. Теперь этот Shell-центр стал ближе к жителям уже Орджоникидзевского района, те, кто живет, ну, допустим, на бульваре Сиреневом. Да, конечно. То есть новый пост у нас расположен в районе кольца трамвайного на Коробова. То есть, ну, ориентир это у нас автозаправочная станция Сиреневая. Называется, прямо напротив этой станции у нас находится новый наш большой, красивый, яркий пост. Мы привлекаем также низкими ценами и целым перечнем услуг? Да, конечно. То есть мы, опять же, выполняем полный перечень услуг по замене масла, антифриза, замене масла в автоматической коробке передач. Плюс хотелось бы сообщить о том, что в этом районе достаточно мало шиномонтажных мастерских. У нас имеется шиномонтажное оборудование, то есть балансировка, шиномонтаж, плюс мы производим ремонты бескамерных шин. И, надеюсь, в преддверии зимнего сезона здесь можно будет также купить и шинокомплект? Да, конечно. Для удобства всех наших посетителей мы также к зимнему сезону подвезем обязательно различные варианты зимних шин, разные размерности, разные рисунки, ну, как любые производители. И, соответственно, можно будет и переобуться, и сразу приобрести шину. Люди цепляют фирменные шильдики для того, чтобы поднять цену. Вы цены снижаете? У нас цена на самом деле фиксирована. То есть, как правило, мы практически никогда ее не повышаем. Ну, для примера, у нас Shell 1040 полусинтетика стоит всего 195 рублей за литр. Это достаточно дешево. А у конкурентов, которые тоже прилепили себе Shell, типа Shell? У конкурентов то же самое масло стоит 260 рублей литр. Очередной пункт по экспресс-замене рабочих жидкостей и мелкосрочному ремонту пригодится всем тем, кто живет в южных районах города. В аккурат рядом с границей городской черты. Здесь у вас появилась возможность в розлив и в граммах залить себе гарантированно качественное масло. И по самой низкой в городе цене. Для Shell, Mobil, Castrol и Lukoil. Потому что в ряду зарекомендовавших себя пунктов по замене масла появился четвертый. А на очереди и еще два. По сути, мы имеем дело с одним брендом, который не разменивается в поисках не самой дорогой дешевки. Здесь все понятно, и привычные марки, доливку в которой можно легко найти в любом месте России и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Магнитогорск город не очень приспособленный, да? А гаражные кооперативы у нас в цене. Гаражный кооператив, который располагается здесь, на бульваре Сиреневом, в самом начале его, это очень интересная такая структура, в первый раз вижу, ну, настолько продуманный. Бульвар Сиреневый. Здесь в свое время было очень престижно покупать квартиры. Это новостройки. Скажем так, считалось, что это самый экологически чистый район. Но в новостройках не было никогда инфраструктуры, связанной с автомобилями. Хотя машин здесь очень много. Так вот теперь такая структура появилась. Причем с фирменным шелловским штемпелем.